течение суток очередная мелкая бандероль с Китая, очередная посылка, которая доставлена домой новой почтой. И вот здесь такая маленькая, маленький такой пакетик, и в нем находится драгоценное кольцо. По-моему, оно погнуто все. Да, так и есть. Его где-то приложили хорошенечко. Ну все, оно отломалось. Можно, наверное, припаять. Не знаю, стоит ли делать это. Ну, вот такое вот кольцо. Стоимость данного колечка около доллара. Добиралась сюда довольно-таки быстро. Доставлено домой было новой почтой. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. Ну, как видите, упаковали плохо. И при транспортировке где-то его приложили хорошенечко. Оно сорнулось и отломалось. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.